свете последних событий особенно важным стал очередной раунд сирийских переговоров, который состоится в Астане 28 и 29 ноября. Это уже 11-я по счету международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии. Страны-гаранты, Россия, Турция и Иран подтвердили свое участие. Планируется присутствие враждующих сторон, официального Дамаска и вооруженной оппозиции. Наблюдателями выступят представители ООН и Иордании. По плану стороны должны обсудить несколько вопросов, в их числе увеличение списка наблюдателей за соблюдением договоренностей. Основные вопросы, которые стоят на повестке 11-го раунда переговоров, это текущая ситуация в Сирии, договоренности по зонам дислокации, создание условий для возвращения вынужденных беженцев, а это несколько миллионов человек, и постконфликтное восстановление страны. Прежде всего, социально-экономическое развитие государства и меры по оказанию гуманитарной помощи. Страны-гаранты также хотят наладить отношения с Международным комитетом Красного Креста и комиссаром ООН по делам беженцев и поднять вопрос освобождения заложников, передачи тел погибших и поиска пропавших без вести. Сегодня глава казахстанского МИД заявил, что США в этом раунде не примет участие. Насколько мне известно, Соединенные Штаты Америки, они сконцентрированы сегодня больше на вопросах борьбы с террористическими группировками. Прежде всего, речь идет об ИГИЛ, Даиш. А эти вопросы, как вы знаете, не входят в повестку дня.